Всем привет! С вами Настя Павленко. Я очень рада видеть именно тебя на своем канале. Сегодня я хочу вам рассказать топ-10 лучших фильмов, которые сейчас в тренде. Сначала я вам расскажу, какой фильм на 10 месте, а в конце этого ролика я расскажу вам, какой фильм на 1 месте. На 10 месте у нас «Девятаев». На 9 месте у нас «Поколение Вояджер». На строчке выше у нас «Великий». На 7 месте у нас «Гениальное ограбление». На 6 месте у нас «Чернобыль». На строчке выше у нас «Mortal Kombat». На 4 месте у нас «Ученик экзорциста». И осталось 3 фильма. На 3 месте у нас «Пришелец из сказки». На 2 месте «После Чернобыля». И на 1 месте у нас «Майор Гром. Чумной доктор». Ну а этот ролик подошел к концу. Ставь пальчик вверх, если тебе понравился этот ролик. Ну а с вами была Настя Павленко. Всем пока!